нахожусь в Алма-Ате. В Алма-Ате сейчас располагаются на Риксосе машины, которые относятся к ралли Пекин-Париж. Это ралли берет начало с 1907 года, 8-е по счету. Представляете, это настоящие машины, как в гонках пушечное ядро. Эти все машины на ходу. На Риксосе, на Сейфулле, на Калинине. Сегодня они в Алматы. Сегодня вечер, завтра утром в 7 утра выезжают и едут в Кызылорду. Вот смотрите, какой у них офигенный путь. Из Пекина, Урумчи, Алмата, Кызылорда. В Кызылорде будут в воскресенье, завтра вечером. Потом Сактал, пересаживаются на Баку, получается. Тбилиси, Истанбул, Игуменица. Потом порт Сан-Марино и Париж. Смотрите, эти все машины, они прям с грязью, такие прям вот проехали, да откуда там, с Урумчи, к нам сюда через Харгос. Просто офигеть. Это Сейфуллина, вот Риксос, вот здесь на парковке снизу они вас ждут.